партнер рубрики «Профессиональное училище номер 60 села Михайловки». Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами. Здравствуйте! Сегодня мы пополняем наш словарный запас и говорим о слове «паллиатив». С экрана телевизора зачастую можно услышать словосочетание «паллиативная помощь». Что оно означает? Согласно словарям, слово образовалось от латинского «паллиум» – «покрывало», «плащ». Паллиатив в прямом значении – это средство, дающее временное облегчение больному, но не излечивающее. В переносном смысле паллиатив – это средство, обеспечивающее частичное решение поставленной задачи – временный выход из затруднительного положения, полумера. Центр паллиативной помощи, таким образом, это место ухода за неизлечимыми больными, где им оказывают врачебную и психологическую помощь. Слово равнозначно пуле. Более того, пулей в одного попадешь, а метким словом в тысячу, говорил Илья Гурский. Следите за своей речью. Удачи вам в делах, будьте грамотны. Партнер рубрики «Профессиональное училище номер 60 села Михайловки». Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами.